И всем привет! С вами, как всегда, Жора и со мной. Сегодня я Данила. Да. И сегодня мы начинаем нашу сборку. Представляете? Да. Данил, давай, говори. Сегодня у нас будет первая часть нашего летсплея. Этот летсплей будет называться «Новый мир». Нет, другой мир, забыл. Ну, другой мир, да. И сегодня мы будем начинать этот летсплей. Наконец-то! Мы так вдвоём его долго ждали. Данил, говори, если хочешь. В этом летсплее будут много модов. И каждую серию мы будем добавлять, мы будем крутить колесо фортуны, где есть моды. Да. Ну, или по вашей просьбе мы можем добавлять тоже моды. Мы туда будем добавлять моды из комментариев. И колесо фортуны будет начинаться на второй серии. Сегодня нет колеса фортуны. Да. Так, начинаем? Ну да, давай начинать выживать. Я пошел купить дерево. Ага, наверное, тут надо будет метку поставить, спам. Кстати, если вы хотите, напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы снимали с шейдерами. Да, а то у нас шейдеры подлагали, из-за этого сегодня мы без шейдеров. Я, короче, как-то срубил дерево, и сразу вся листва пропала. Я нам сделал листав. Кстати, у нас есть 3 капитейта, поэтому не обращайте внимания, если будут деревья ломаться очень быстро. Я вот только... Только на такой кто-то работает. А, ну да. Я тогда скрафчу топорик, и, по-моему, как там надо будет... У меня есть яблочко, я нарубил много дерева. У меня тоже есть 2 яблочка. Там как топориком зажимать? Не, просто ломаешь дерево, и все. И оно само будет сломаться. Ну да. Крутая штука. Забирай без стаблера и пошли тогда пещеру какую-нибудь. Еще нам надо еды найти. Так, ты где? Подожди, где нас папа? Я сейчас приду к тебе. А, вон ты. Вот. Привет. Че, вы ставки забрал? Я забрал. Ай. Пошли, я забрал его. Угу. Нам, наверное, голод особо не надо тратить, хотя у нас есть такая штука. Так, а ты... я назад пошел, там, а там обычная вода, пошли в другое место, наоборот, назад пошли. А, вон там ты. Одна вода. Кстати, ребята, напишите в комментариях, как вам эта сборка, и продолжать ли мне ее снимать. Тут коровки что-то ходят. Ты что, коровку убил? Угу. Зачем мы могли их расплодить потом? Нам нужна еда. А так у меня есть яблочки. Ну, у меня тоже есть одно, но все равно нам нужно нормально. На тебе. А, можем кожу добыть. А подожди, а мы разве не можем скрафтить броню из земли? Ну, давай уже из дерева скрафтим. У нас есть мод, из которого мы можем скрафтить броню и все такое. Все остальное просто из любых блоков. Я хочу попробовать скрафтить броню из земли. Эта броня вроде может давать нам папу. О! Броня! Смотри, у меня броня из земли. Я тоже, а у меня из дерева броня. Ну,
Я могу тоже из дерева сделать броню. Ну, кстати, моя броня не дает. А может из земли броня что-то будет давать? Не знаю. Я вот проверю, я хочу из земли сделать полную броньку. Тогда сделай себе лопату. А я ее себе и сделал. Деревья все равно легко добывать. У меня много деревьев. Так, сделаю вот так вот. Получается мне еще... Стоп, мне сейчас сломает топор. Я открою тогда друг. И еще по ножке. И моя броня вроде не дает бафов. А у тебя сколько броня дает вот этих единичек? Мне не хватает. А мне 4. Так, пошли со мной. Я видел, там есть сегодня много камня. Вот здесь. Да, но у нас уже темнеет. Наверное, нам придется поставить точку. Вот здесь. Вот. Да, нам, давай поставим точку. Давай это будет наш первый дом. Временный, наверное. Да? Да, ты знаешь, будет дом. Временный. Я дом. О! Я твою штуку и крюку забрал. Можешь, пожалуйста, мне скрафтить каменную кирку? Каменную кирку? Сейчас я такое закопаю. Угу. Я тут тростник нашел возле дерева, я его соберу. Ископаю дерево еще. Может, что-то из булыжника будет давать броня или из камня? Ой, блин, я не то случайно скрафтил. Если я подогреваю еще, случайно не то скрафтил. А тут уголь есть. Я его уже один чуть-чуть добыл. А. Так, надо сделать так, целую кирку нам. Ты помни то, что у нас нету keep inventory, поэтому живи. О, наконец-то будет уголь. А, подожди, вот. Теперь-то палки. Все, давай теперь ломать, очищать территорию. Ага, для домика. А да, тут можно сделать двери из булыжника? Из булыжника двери вряд ли можно делать. То есть такого вот нет. Надо было добавить. Ну, думаю, я пока нормальный домик. Ну, надо еще расширить. Поставь верстак вот сюда в угол. А ты можешь его забрать просто, я пока на мной расширю. А, он на тут? Что-то. А я думал, он и у тебя. Нет. Давай как-то вот так вот поставим верстак. Давай. Так. Тогда вот так вот домик будет у нас. Поставим так, ты так двери вот скрафтишь. А. Ну, давай дверь. Да все равно дерево мне. Так. Я сейчас добываю камень. Сейчас я вот печку сделаю и приплавлю еду. А я, наверное, попытаюсь сделать броню из булыжника. А, давай, я сейчас тоже сделаю. Ну, еще так попозже. Да. Надо будет еще сундучок сделать. Ну, сундучок будет. Все, мне уже хватает на броню, по идее. Сейчас я еще такой сделаю, еще новую кирку надо сделать, мне так. Потому что у меня... Да, мне хватило на броню.
теперь у меня новая броня из булыжника. Она мне дает, знаешь, сколько? Она мне дает 6. Как у тебя вот здесь вот даже в нашем моде индикаторы можно посмотреть. А тебе тоже дает? Да. Но она вроде бафа никакого не дает. Лучше тебе пишет, как будто как тебе дает как 2 алмазных нагрудника или 2 железных. Знаешь, что там? Там когда надеты на ноги, что-то пишется. Когда будто. А, это плюс 3 броня. Всего-то. В принципе, дом реально очень хороший для вот ночи. Там, там осталось еще вот эта говядина, можешь ее себе забрать. А у меня есть говядина. А, я тоже положу. Я 3 говядины положу. Ага, ну там моя еще 7 была. Хорошо. Да. Я думаю, у вас не коробка будет. Так, я пока пойду пещеру нам строить, наверное. Да, найди пещеру. Я тут о еде позабочусь. А ты можешь нам взять и добыть кремень, пожалуйста? Кремень? Ну ладно. Там возле грани есть как раз. Да, это отлично. Мы вообще могли... О, я добыл кремень. Мы могли сделать дом из дерева, но она просто не хватило времени. Я посажу еще тростник тут. Тут просто есть тростник. Пусть растет. Так, зашел. Еда. Ну чё, как успех? Я наткнулся на пещеру. А, я тогда тут тоже прокопаюсь до пещеры. Потом нам лесенки надо будет сделать. Ну да. Всё, я тут так, тоже здесь... прокопал. О, тут много угля. Можно добыть уголь? Железо. Много железа. Хорошо, добуду уголь. Не, у нас можно сделать броню из угля, там, из железа. Не, из железа можно, а вот из угля. А, крипер. Мне крипер тукан подорвал. А можно сделать даже из брони тоже. Да. Можно сделать броню из обсидиана. Это вообще... Можно сделать даже из бедрока. Ну, бедрок мы не добудем, да? Нет, там вроде можно сделать так, чтобы добыть бедрок в этом моде. Я не знаю. Либо этот мод с другим модом надо объединить, чтобы добыть бедрок. Нет, надо возить с другим. Копаем, копаем. Так, я пошел в медитацию в пещеру, я уже так много заглядываю на воду. О, тут еще железо. Походу, я нам сделаю с тобой по железному топорику с кирпой. Хорошо. О. Да, даже и на... Даже я теперь буду разноцветным. В смысле разноцветным? А ты увидишь. Разноцветный человек. Да, мне даже хватит на нагрудника сделать. А то и больше. А ты попробуй сделать из руды самой. А из руды самой разве? Не, из руды самой нельзя сделать. Ну сейчас мы придем тогда на доме. А я просто тэпнусь. А как тебе поднять на метку? А ты вот создал уже, нажимаешь Г, нажимаешь на метку и Т. Либо просто телепортация.
А на Г английскую? Да, Г. Не. Так. Ну все, смотри, я разноцветный человек. Подожди-ка. У меня из гранита, из булыжника, из гранита и потом из диорита. Не, нельзя из блоков сделать. А из мяса можно сделать? Что? Из мяса нельзя сделать броню. Нет, ну только из обычных вот этих блоков. Из угля тоже нельзя сделать броню, алё. Я из угля хотел сделать броню. Или там чё? Это чистить не подвод. А. Я тебе подложу угля тут. А то всё-таки там это... Ой, я нашёл эндермена. Я нашёл какую-то пещеру новую. Тут эндермен. Тут скелета, а там спавнятся скелеты. А я пойду на улице дерево добывать. Тут еще скелет один. Не, зачем я ставлю уши из этого? Я убил его. Так, дуб. Ай. Сундучки. Ставлю целых 4. Я сейчас не умер. Понимаешь, я тут не умер. Ага. А ты нашел эту тройку? Да, у меня он уже давно. Ты там живи. А что мы, тут если тут... попробовать сделать из саженцев броню? Нет, тут нельзя так. А из яблок, по идее, можно будет. Нет, тут только из блоков, например, дерево вот такое все. А, получается, мы из угольных блоков попробовать сделать? А, попробуй, не знаю. Жор, тебе нужна кирка, иди сюда. Не? Да, то моя скоро сломается. Я еще топор сделал. Потом за деревом пойду. Я за деревом пойду. Скоро. Я начал. А у меня много денег. У меня тоже много, но я все равно пойду. Сделаем огромный домик. О, уголь. Так мне нам надо хотеть выживать. Потому что я знаю, где-то может заспавниться такая хижина, ну не хижина, а такие домики много, где есть такие чудики, которых можно убивать, если их получить маски с папой. А ты знал то, что мог заспавниться где-то тут рядом дракон и все, нам того, потому что у нас нету ни арбалета, там где-то стак надо потратить, стрелы на арбалете. Ну да. На арбалете. Понимаешь, на арбалете. Но арбалет на 1.14.4. Что нам делать? Вообще капец. А тут да, железная броня. Ой, куда? Хуже, чем, чем деревянная броня. И чем у булыжниковая, гранитовая, андезитовая и диоритовая. Я просто радушный чубрик. Можно попробовать из гранита еще сделать броню. Кстати, да. Беспоножие надо хотя бы сделать. Делается? Да, из гравия делается. Она дает буст. Они буст дают. Там, а я выбил кремень. А у меня тоже есть кремень. А ты знал то, что гравий дает буст, но там защита хуже. Но дает буст. Эффект это хорошо, сразу. Можно одевать и просто лететь. Там же фаленка падает. Фейлинг это мягкое падение бывает. Ну да. Поэтому можно когда-то использовать это будет. Я вот хочу, чтобы нам на бэтпаке еще выпал мод.
знаешь почему? Какой мод? На бэтпаке. А, ну да, это будет хорошо. А куда я выкинул свои поножи из крови? Не знаю. Мы просто весь крови тут сломали. Я уже кремня. А у меня знаешь, сколько кремня этого? Я выбрал 4 кремня. А у меня 5 кремня. Так, я складываю все ненужные кремни в саду. Блин, у меня точка стоит там, где я падаю. Ты сиди. Оп. Так, если тебе нужна, там у меня в сундуке деревянная банька. Угу. Не хотел бы, чтобы дракон здесь заспавнился, а он может. Ну я это уже говорил, потому что если дракон заспавнится, то я не знаю, как мы его будем убивать. Мы его не убьем. Не, ну у нас есть шанс то, что мы его убьем, но это нам как минимум, наверное, лук нужен. Ну это будет тяжело, если мы его убивать. Просто сейчас такая погодка какая-то, мне не нравится. А ну-ка, из кремня можно сделать? Не, из кремня нельзя. А из угольных блоков? Из угля можно сделать броню, но она так деревянные там и так далее. А я сделал пулу броню из крови. А у меня тоже она есть, у меня тоже есть. А что теперь, мы можем типа медленно падать или что? Я что-то не медленно падаю. Не знаю, что ты даешь. Надо проверить. Палинг, падаем. Может урон меньше? А ну-ка. Тут три блока. Да, мне не нанес урон, хотя я упал через три блока. То есть он урон понижает. А через 4, вот через 4, не, даже через 5, это по идее, потому что я под не нанесся. Ну, пейлинг это падающий, типа. Получается, когда мы падаем, он снижается. Ну да, реально снижается, я проверил даже. Я пока один и другую броню. Да, снижается. Я прыгну на песок, мне, значит. Он где-то знаешь, насколько снижается? Где-то на одно сердечко там. Ты говоришь, из угольных блоков можно сделать, да? Да, но оно плохое, оно как деревянное, там, и булыжниковое. Поэтому нету смысла. И оно эффект не дает. А за тобой еще и частицы иногда. За этой броней. Но их нет сейчас. Во! Частицы были. Во! Опять частицы. Так. Что? Я каким-то баком вылетел вот там вот на землю. Точнее не землю, а вот там вот, подожди. Встань вот так вот. Дальше. И потвори туда. Да. Там каньон. Что это, папай? Баги Майнкрафта. У нас видео уже идет 24 минуты и 18 секунд. Ну, давай попрощаемся тогда. Не, давай еще повыжим. Давай. У вас дополнительные минутки, ребятки. Да куда у меня делся и факел, и все. Факел. Жора потерял факел, а я нашел лаву с водой. А, зомби.
По идее, мы можем пойти сейчас на коне, но внизу. Я не знаю, прям точно мы можем потеряться там. А у нас есть уже метка. Ну да, но все равно я какую-то пещеру здесь нашел. Да. Я возле тебя, где огонь. Блин. И... Ничего нет. Где лава, короче, и водичка. Я тут железо нашел. И гравий. Стоп. А, за гравием тут пещеры есть. Зря ты гравий там не скопал. А я ушел там туда. Так, ю... Т. Во, я тэпнулся. У нас будет долго, поэтому нам, поэтому поставьте лайки, чтобы нас покормить, чтобы нас поддержать, потому что мы сделаем для вас такие долгие серии. Ну, пока что серия Ю, а потом будут серии. А, знаешь что? Тут на карте, оказывается, показывает карту. Я вот увижу пещеру рядом с собой через эту карту. Это читы. Я тоже вижу. Так это читы. Я зашел в какую-то пещеру. Из-за этой карты. А я вот и пещере, по идее, она что, еще ниже? Да. Если она плохо вы на карте отображается, значит там типа. Да, она собой. Снизу была, она снизу была. Я в ней. Ты зомби. Броня из гнилой плоти. А его вот нельзя. Ты нашел огромную шкафу. На. Огромную, говоришь, меня тут зомби сейчас чуть не убили. Их много. Сделаю метку шахта. Да сколько тут еще зомби? Я здесь сделаю метку шахта. Сколько здесь угля? Да у меня тут очень угля, но нам. Я пробежал, сколько железа, конечно, там же. У меня тут тоже очень много железа и угля. Я каньон нашел, Молодец. А я могу к тебе? Вы, я надеюсь, не будете против, но мы пытаемся. Йон. Подтвердить. Я тут метку поставил. Мне надо поставить тоже метку. Ну чё, прыгаем? Подожди. Раз. Два, три. Уи! Уи! Я чуть в лаву не уплыл. И чё? Чё нам тут делать в каньоне? Какая это высота? Это 11-я высота, мы можем тут алмазы найти. Тут и золото есть. И редстоун. Редстоуновая броня. Всё. Моя цель сделать броню из редстоуна. Надо из редстоунового блока делать. Ну и чё? Редстоун много падает. Стоп, а лазуритовая броня? У тебя лазурит, а у меня редстоун. Вот это похоже. Не, у меня тоже редстоун. А. Нашёл. Я вам сказал. Я думал, золото! Да тут золота много. Не, ну круто то, что я нашел. А, я понял, как я просырял свои факелы. Знаешь как? Как? Я вырос скрой, а они у меня же во второй не ставится. Я знаю, что я у
уже могу сделать редстоуновые поножи. И не только их. Я не знаю, я не вижу редстоун, я копаюсь, я потому что нашел какую-то другую пещеру по карте. Главное нам не умереть, а то мы все просырем. Я больше пока не вижу редстоуна, поэтому я посмотрю. Надеюсь, то, что редстоун будет давать какой-то баф, ты тоже? Я думаю, да. Но если ты сделаешь поножи, там будет написано. Да. Итак, и сколько он еще брони будет давать? Нет, он баф не дает. И броня столько же, как и у меня. Блин. Ну она красивая, наверное. Ну да, она красивая, но смысла не имеет. А я так хотел, чтобы там был баф. Интересно, она на лазуре броне будет баф? А я сделаю рисованную по ноже. Хорошо. Я куда-то тут поплыл, где ты был, потому что у меня там тупик. Ну, наверное, не тупик, но там был виденный тупик. А, не залагал. А чё? А чё про... А. О, лазурит! Надо лазурита побольше найти. Хочу лазуритовую броню. Крипер. О, крипер. Ты еще меня его кинул? Лазурит. Нет, можно мне лазурит? У меня больше лазурита. Тоже хочу. Ты себе что делаешь? Ты там вообще не помогаешь. Ай, мне хоть какое-то будет. Я сейчас умру. Тэпайся скорее. Ты весь лазурит забирал. Да потом, ну что, почему ты всегда себе все забираешь? Я не забираю. Ты всегда себе все забираешь? Нет. Да, вот опять, ты меня только что забрал. В смысле? Я брала вообще, говорю, вот, я лазурит нашел, и ты приходишь и забираешь. Не весь. Я зато мобов убил. А, я сейчас умру. О, полсердечка. Ну, можешь тэпнуться на базу. Ребята, вы бы это видели. А то был лазурит отлично. У тебя сколько лазурита? А, мне только на один блок хватило. А мне почти на два. Конечно, у меня спёр. Я тоже как бы на хаде. И мы вместе там встретились. Мы можем уже в следующем видосе даже попасть в ад. Но я чувствую, нам в ад будет тяжело попасть в ад. Колесо фортуны все решит. Вот колесо фортуны все решит. Я нашел колесо. Да вы, батенька, философ. А, нет, это не поможет. Такая пещера. Если нам не повезет с модом, то мы можем и не попасть в ад. Да. А если будет офигенный мод, то все равно мы можем и не попасть в ад. Потому что мы пойдем и будем добывать какие-нибудь ресурсы здесь новые. Ну, вообще нам ад даже не сильно нужен, я считаю. Нам нужно... Я в ад даже не пойду. Нам нужно построить... Хотя нет, может быть пойду, но нам нужно просто построить домик там. Все такое. Да.
А прикинь, если нам выпадет диван РПГ. Да, это будет тяжело. Там столько миров. Да, и это, наверное, даже повезет, потому что нам может попасться очень крутая руда, где мы сможем сделать сверхъестественный инструмент, или как там его. Там много чего мы сможем сделать. Да. Это очень хороший мод будет. А баня из гнилой плоти есть? По-моему, нету. Нету. А из палочек есть броня? Из палочек? Нет, из палочек. А из... Так, ну давай, на этом моменте закончим. Ага, только я хочу попробовать сделать броню из верстаков. Получился, я считаю, первая часть. Да. Мы впервые снимали летсплей, поэтому стоит нас поддержать. Ну, вдвоем впервые. Ну, Жора, ты не снимал. Я снимал, но у меня их мало. Ну, мы с такой сборкой впервые снимаем. Она... Плюс у нас и еще колесо фортуны, чтобы вы понимали, примерно, ну, 20 с чем-то модов, да? 25 там уже есть. 26 вроде есть. Нет, 25. Ну вот. Подождите, это еще не заканчивается, ой. Я кое-что нашел. А я вот сделаю... из верстаков. А разве так можно? Да, там можно, там добавится еще эффект, и там будет такая же защита. Там бабушка. А ты слышишь, что здесь только один эффект? Типа я ломаю сейчас песок, и я спросил по ножу, мне тоже дадут эффект мягкого падения. Ну потому что там трави этот, и они одинаковые. Так, это ж сколько верстаков надо сделать? Интересно, что из верстака будет? Фух, я очень много дерева потратил. Я, по-моему, несколько стаков потратил. И а там... я хочу больную из песка сделать. И закончить на этом наше... Вообще броня из верстаков очень крутая, как по мне. Стоп! А броня из стекла? А, ну да. Ну да. Редстоун положил. Лазурит. О! У нас там 20. Жора, я весь... Песочный человек. А у меня теперь есть из верстака, и я на РМ могу открывать верстак. То есть ты нажимаешь на Е, у тебя здесь в создании верстак? Не, на К нажимаю русскую. Да, у меня верстак. И броня тут лучше. Че, ты тоже из верстаков? Ты тоже из верстаков хочешь? Нет, я сделал из печек. А что из печек дает? А, она дает автоперплавку вроде. А, то есть ты открываешь печку? Не знаю. Не, короче, я хочу сделать, да? Ну, там... Мне надо сейчас подобывать много камня. Ты, наверное, будешь открывать печку, а я верстак. Иди, мне сейчас надо добыть очень много камня. Так, это будет...
очень долгое время. Да. Потому что я сейчас буду столько печек делать. Я сейчас нам выкупаю такую местность здесь, что у нас будет огромная наша местность. Но я очень много дерева добываю. Ну, дерево легко добывать. Тем более страшным этим. Модом. Только детейтером. Особенно яблоки еще легко добывать, как и саженцы. Да. А, вот, в сундуке был еще чуть-чуть. Я вот увидел волка, и я хочу его получить. Знаешь, я понял, у нас в сундуке столько стоят эти. Да, я знаю, это я положу. Это я там положу. Жалко только, что зверей нельзя сделать. Я уже хорошо все сделал себе. А я хочу попробовать из лодок еще сделать. У меня 20. Мне осталось крафтить только по ножу. И все. На них много не надо. Блин, из лодок тоже нельзя сделать броню. У нас уже сундук забит. Из лодок нельзя сделать броню. Ну, это понятно. А что, ты бы ходил по воде или что ты представлял себе? Да, ходить по воде. Из тростника! Из тростника я могу! Она будет давать сразу два бафа. Жора, у меня сейчас готов. Только знаешь, что только из тростника очень плохая прям броня. Прям очень плохая. Автосмел. А мы, короче, знаешь, что я понял? Подожди. Что? То есть я сейчас возьму золотую руду, и она у меня должна переплавиться, типа? Или чё? Может, ты на какую-то букву? Жо, это офигенно. Броня из сундуков. Жо, а хочешь прикол? Посмотри, видишь золото, да? Вот я расставил здесь много золота, да? Да. Я ломаю, и золотой слиток падает. А что, а если я буду убивать каких-нибудь этих животных? А попробуй. Ты веришь, такая печка? Посади, дай мне верстак, пожалуйста. Ой. А ты возьми. Не верстак, а вот это вот. Ну, я хочу тоже себе поставить. Ладно. Там из него, конечно, две бафа, но смотри. У него броня всего-то 4 будет. Один точнее. Дэвид. Что? Блин, я теперь дерево ломать не могу. У меня падает древесный уголь с него. Чуть так не повезло. Не, ну вот это минус огромный. Я бы сказал. Тростник, я хочу себе тоже броню с тростника посмотреть сделать. Я нашел каньон мини. Я тебе так скажу, реально из тростника самая плохая броня по защите. Но вот по бафам, наверное, самая лучшая, потому что их двое. Ну, смотря какие бафы еще. Да, там бафы вроде скорость и еще что-то. Ладно, давай уже заканчивать, наверное. Давай я еще тогда вернусь. У нас видео прошло большое. Иди сюда.
На фоне дерева хочу закончить. Печка, иди сюда. Ты теперь не печка. А, ладно, сейчас стану печкой. Печка и верстак заканчивает видео. Короче, ребята, да. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И теперь говорит Данил. Ну, точнее, печка. Пишите обязательно комментарии, какие вы хотите моды снять. Можно даже пишите название шейдера, если вы хотите, чтобы мы снимали шейдеры. Да. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за подписку, за лайки. Ну, а мы заканчиваем. И пока. Всем пока-пока. До новых встреч.